Юрий Трутнев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в ходе рабочей поездки на Колыму посетил морской порт. Зампред правительства страны посмотрел состояние рыбного терминала, а также оценил готовность работ по подъему и утилизации судов, которые затонули в Нагаево. По утилизации. Мы сейчас утилизируем то, что действительно на поверхности, внешний вид. И если обратить внимание, мы говорим по рыбный порт, уже передали его под развитие. Все вот эти затопленные суда мешают его развитию, потому что они мешают судоходству. Вот на это будем обращать главное внимание. Так вот я вас и спрашиваю. И есть суда, которые представляют экологическую угрозу. Терминал передали области совсем недавно, однако работы уже ведутся. Специалисты планируют реконструировать гидротехнические сооружения, а также развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории. Кроме того, для разработки концепции рыбного порта привлечены дальневосточные проектировочные институты. Напомним, в рамках исполнения поручений председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в августе 2020 года началась работа по подъему и утилизации затонувших судов в бухте Нагаево. Редактор